В Щелковском районе живут около 20 тысяч граждан, исповедующих ислам. Это примерно десятая часть населения муниципалитета. Для них праздник Ураза-Байрам – это символ возрождения, повышения духовного уровня, так как правоверные мусульмане на протяжении целого месяца постились, посвящали свободное время изучению Корана, старались совершать максимально возможное количество благочестивых дел и поступков. Я желаю вам всем добра, желаю вам всем здоровья. Желаю то, что все поступки, которые вы совершаете, были направлены на то, чтобы Россия наша была сильной, крепкой державой, чтобы мы всегда были вместе, чтобы никто и никогда не смог нас разделить. Наша мусульманская община Щелковского района вносит большой вклад в развитие и экономики, и нашей духовности, и нравственности. На территории Щелковского района делается все возможное, чтобы все нации, все вероисповедания были в гармонии. И мы будем это делать дальше. Я призываю вас, дорогие мои, в эти дни быть самыми чистыми, самыми светлыми, творить любовь, дружбу, добро, чтобы в семьях у вас был благополучие, чтобы вы всегда знали, вместе мы будем делать самые добрые дела, которые только можно сделать на территории и России, и Щелковского района. Ураза-Байрам считается праздником спасения от ада, а также торжеством примирения, любви и дружеских рукопожатий. Это время мусульмане должны посвятить размышлениям о духовных ценностях и переосмыслить жизнь за период поста. С утра верующие надевают праздничные одежды и отправляются на утреннюю молитву в мечеть. Очень значимый сегодня день, потому что мусульмане города Щелка, как и Щелковского района, отмечают со всеми мусульманами России этот знаменательный день. Сегодня хочется также поблагодарить и администрацию города Щелка, в частности Алексея Васильевича Валова, главу города Щелкова Рушана Гайровича, то, что именно они смогли помочь нам организовать такой светлый праздник, помогли именно, чтобы мусульмане чувствовали именно по-настоящему праздничный день сегодня. Наша страна многонациональная, многоконфессиональная, и в этом ее сила. В том, что сплав много больших народов, которые есть здесь, на нашей территории, Щелковского района, и в целом России, это в этом наша сила. Как Бог говорит, Аллах говорит о том, что трудитесь, и все ваши добрые намерения будут оценены. По традиции, после утреннего намаза, в котором участвуют только мужчины, праздничную ритуальную молитву совершили и женщины-мусульманки нашего района. Сергей Дадыко, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».